Всем привет, дорогие друзья! С вами Ткаченко Сергей, это канал Gadget X. Сегодня к нам на распаковку попал телефон iPhone 3GS. Только китайцы тут немножко коробку перепутали. Наверное, тут должна быть буковка S, а здесь только 3G. Вот. Ну, тут все описано. Тут 3GS, все нормально. Нормально, тополя. Все у нас описано, там, так, сейчас посмотрим, что там у нас внутри. Сам телефончик. Давненько их не видел уже. Айфонов. Не то чтобы я за ними скучал. Ну все как обычно здесь, правда. Зарядку нормальную положили, европейскую. Шнурочек, наушнички. В общем, ничего особенного. Посмотрим наш телефончик. Что тут с ним? Что тут у нас за телефон? Так. Посмотрим. Давненько их не было. Айфон. Да брысь отсюда, задолбала эта кошка. Лазит тут, переворачивает все. Так. 16 гигабайт. Айфон. Сейчас включим его. Лоточек. Сим-карту. А, он включен. Ух ты. Правда, батарейка уже разряжена. Дисмис. А так ничего. Установка языка. Так. Так. Сим-карта не вставлена. Это хорошо. Смотрите, Украина. Далее. Капец. Вот это мне, конечно, напрягает. Это фигня. И... Так, сейчас пароль введу. Все, пароль ввел. Так. Да, конечно, ощущается. Что это iPhone 3GS. Долговато думает. Так, что за фигня? Что-то я неправильно там ввел. Так, пошло. Еще я ненавижу айфоны за iTunes. Какая хрень неудобная, просто капец. На Android взял, все закинул, нормально, все работает, все отлично, не надо ничего там никаким iTunes. Коннектится, вставьте сим-карту. А, без сим-карты не хочет активироваться. Вот зараза. Так. Ну ладно, блин. Главное, посмотрели внешний вид, что у нас тут за дела. Что приехало. В принципе, все нормально, все мне устраивает, все работает. Можно пользоваться. Потом карточку ставлю, проверю. Ну, наверное, рано я с вами попрощался, потому что все-таки... Я его включил и решил снять это дело. Сейчас посмотрим настройки, что там у нас информация по телефону, основные настройки об этом устройстве. iPhone 16 гигабайт памяти, версия прошивки 6.1.6. А где там все дела? Прошивка модема 5.16.08. В общем, все как обычно. Да, телефончик уже, конечно, давно не впечатляет, как это было раньше. Первый раз, когда он попал в руки, я помню, пользовался iPhone 3GS, тут были, конечно, да. Круто все было. Сейчас таких ощущений, конечно, нет. Но... Конечно, после Asus Zenfone 2 это, конечно, кажется вообще. Потому что здесь минус, это нету вспышки. Вот это, конечно, плохо. Камера на 3 мегапикселя. А так, в принципе, нормально. Ну, все, теперь всем точно пока. Счастливо.